Я искренне прошу прощения за то, что я обещал выпустить вторую часть Муда в апреле, но так и не выпустил. Это связано с тем, что я ушел из FDN Канта, и соответственно желания делать видео по этой теме нет. Но я все равно выпущу обещанный мной Муд с Камила. В этом году, точно, обещаю.